С похожими проблемами может столкнуться каждый дачник. Пока вы, растянувшись в шезлонге под пение птичек, наблюдаете, как зреет клубника на грядках, возможно, кто-то уже борется за деньги, землю и власть в вашем дачном товариществе. Задавались ли вы вопросами, куда уходят деньги дачников? Кто и как руководит ДНТ? Правильно ли оформлены документы на землю? Например, в СНТ «Зенит» из-за похожих проблем жители буквально разделились на два фронта. Скворцов Виталий Георгиевич, он, значит, председателем является с 2013 года и являлся вот до марта 2020 года. За годы его правления, конечно, что-то и делалось, но на сегодняшний день у нас сложилась такая обстановка, что бывший председатель Скворцов, он ничего не желает передавать новому председателю и правлению. Значит, ни генератор, ни оборудование, которое должно работать сейчас в данный момент, ни контору, ни землю, то есть ни документы никакие, ни кадастровые документы на все участки, нам ничего не передается. Новому председателю что досталось? Накопилось очень много долгов, начиная с 2018 года. Счет СНТ расчетный арестован, и все деньги, которые садоводы сейчас членские взносы платят, они просто уходят за долги, за штрафы, и он не желает нам ничего отдавать. За моей спиной железнодорожный районный суд. В одном из его кабинетов проходит досудебное разбирательство. Сторона бывшего председателя уверена, Марину Цыдыпову избрали новым председателем незаконно. Отсутствие кворума, массовые нарушения федерального закона номер 217. По пункту переснять нет смысла. Собрание было, провело 18 человек. Их решение оспаривается в данном судебном процессе. Согласно 217 закону, если, значит, нет устава и не принят он на данный момент, может провести собрание, инициировать собрание один из участников, которые записаны у нас учредителями. И на сегодняшний день вот эта вот гражданка Пантаева, она осталась одним учредителем, которая могла провести собрание. Суд будет, но пока было принято решение отложить судебное слушание до момента вынесения вердикта Верховным судом по предыдущему процессу, который связан же опять же с такими же спорами. На данное заседание юрист Афанасьев пришел и сказал о том, что у них нет с собой ни реестра, нету никаких-то, мы еще принесем. То есть человек идет на суд и говорит, мы потом принесем доказательства. Их доводы все были необъективны, несостоятельны. В связи с этим будем решение ждать Верховного суда. Тем не менее, сторона действующего председателя готова пойти на мировую. Если Скворцов правление пойдет навстречу, вернет документы, вернут собственность СНТ, вернет людям проданные незаконно участки, согласится с тем, что его ведение деятельности было незаконным, неправильным, неправомерным и нанесло урон нашему СНТ. Однако пока кто прав, а кто виноват, решить может только суд. Для всех остальных пример «Зенита» должен стать уроком. Антон Симонов, Булат Зандаков, Данила Жарко, телекомпания АТВ.